Два раза завозили в Абрака, один раз привезли, Кабул до конца был взят, его опять увезли, когда взяли до конца, привезли. И поставили охранять. Те, кто брал Кабул, тот охранял Бабрак. Ну, Бабрак вы знаете, а мощный раз скажу, наркоман и пьяница, ничего больше. Личный друг там. Тот, кто был того, кто был превыше всех, целовались с ним за сортом, с Брежневым поставил. Нам-то все равно, мы спецназ, чего сказали, то и делали. Тут одно только маленькое, значит, Рябинин фамилия, но это один из наших легендарных командиров. Парванист, это парванист, на фарси это наплевать, все равно. Да, да, лапчик, по барабану, переводится на русский язык, так вот. Там будут мелькать без конца слова, и к месту, не к месту, просто знаете, что оно имеется в виду. И война вроде кончилась, все, сколько можно взяли, и вдруг такой вот, и домой хочется, а тут взяли и в подвал завтра, во дворец бывший, Амин Аташбек, но уже бабра. А вот уже все давно ящики связали, отходную провели, самолета ждут. Ну а нам порванись, нас снова не пускают, срочно нас во дворец бобраку ведут. Во дворце нас поселили в мрачные хоромы, где от холода нас не спасал камин. Ну а нам порванись, мы с холодом знакомы, и к тому же помог с водкой Амин. С автоматом стоим 3 через 12, с президентом едим плов, манты, изюм. Ну а нам порванис, все хотят смеяться, во дворце ж как назло ни одной ханум. Уникальные ковры топчем мы ногами, серебро и хрусталь прочно в быт вошли. А ну а нам наплевать, мы ковры видали и прицельный огонь по мрамору вели. Перед сменой пьем, аж Рябинин злится, не дает стакана подержать в руке. Ну а нам, парванист, коль хотим напиться, водку можно разлить и в каменном мешке. А ну а если хотим мы повеселиться, кишмешовки под местный самогон лезем в Жигули. Плохой, кстати, нам тогда, парванист, в нас автобус, афганский стих мчится. Но пуштуну не совладать с наглостью Ильи. После трудных боев долго отдыхали, скоро мы из дворца ноги унесем. Нам теперь парванист, коли есть афгани, валюта местная, мы дубленками все ящики забьем. Лишь бы только в Москве нас не забывали, терпеливо приказ новый подождем. Нам теперь все равно, где мне указали, мы любому главе пушку оторвем. А нам теперь все равно, где б не указали, мы любому главе пушку оторвем. Это просто история.